Бёрек Теппек – казахская национальная игра. В ней сегодня соревновались студенты. Приурочили состязания ко Дню Республики. Приняли участие более 20 человек. Среди участников – Еркын Токторбеков. Эту игру знает со школьной скамьи. Поэтому сейчас он с легкостью проходит все этапы. В целом, игра является одной из самых древних игр у казахов. В ней участвует много людей. В школе мы так играли, даже на соревнованиях были пару раз. По правилам игры, 7 человек должны бросать мяч, расположившись вдоль одной линии. Победит тот, кто бросит мяч дальше. Конечно же, есть свои тонкости. Например, тот, кто кинул ближе всех, собирает мячи, раздает участникам, а сам выходит из игры. Такие состязания проводятся в университете 3-й год подряд. Мы здесь чуть-чуть его некоторые правила изменили. Вместо бёрека, шапку кидали, но мы кидаем медицинский мяч. Это как ближе видом легкой атлетики, поэтому студенты восприняли хорошо. Сегодня определились чемпионы, победители среди девушек, среди юношей. И также мы определили командное первенство. Победители выбирают путем суммирования баллов. Занявших призовые места наградили. Диана Салихова, Никита Кузовенков, МТРК.